Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 14 июля». Хотел бы сообщить о том, что известно на данный момент по поводу ракетных ударов в Виннице. Сообщают о том, что 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 8 погибших, среди которых есть маленький ребенок, и также большое количество раненых людей. На месте прилета возник пожар. Огонь опрокинулся на автостоянку. В настоящее время там горит около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели. Вот такая, друзья, информация. Это терроризм. Это открытый терроризм против украинского народа. Когда ракеты прилетают в центр города, это по-другому назвать нельзя. Центр города, в котором не идут боевые действия. Это одно дело там в Северодонецке, в Лисичанске, там, где идут агрессивные бои, уличные бои, в том же Мариуполе было, да, но в Виннице нет боев, ребята, там нет боев, там тишина, мир, спокойствие, и прилетают тупо вражеские ракеты по центру города. Как вообще такого человека, который отдает такие приказы, носит земля, я просто не понимаю. Я на связи, как будет появляться более подробная информация, сразу же буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока.